Где он? Где? Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Приветствую вас и поздравляю, вы наш миллионный покупатель. Так я еще ничего не купил. Так вам ничего и не надо. Все, что вы можете сегодня унести в руках, ваше бесплатно. Шо? Да. Что же я могу унести? Да. В руках? Да. Бесплатно? Да, да, да. Вот это мне повезло. Давай! Налажу. Девушка, да, будете помогать. Иди сюда, не бойся, помогать буду. Итак, так. Поздравляем вас еще раз. Так. Вы миллионный покупатель. В отделе все для женщин. Что? Ну, написано же, все для женщин. Погоди, минуточку. Я пришел в отдел рыболов. Там написано «Золотая рыбка». Так, значит, все для рыбок. Это магазин называется «Золотая рыбка», а отдел для женщин. Да что же это такое, а? Да что же это за жизнь? Первый раз в жизни вот так повезло, и вот так не повезло. Успокойтесь. Первый раз, единственный раз добрался до самого верха, а бабы там уже помешали. Ну, успокойтесь. Иди сюда, слышь, брат? Да. А нельзя поменять отделы? Нет. А товары? Нет. А тебя? Что вы, нет? Что ж ты как дочка библиотекарши на первом свидании, все нет, да нет. Так вы отказываетесь брать товар? Я? Да никогда. Давай. Ага. Налаживай. Так, с чего начнем? А, о, свадебные платья. У вас есть дочери? Есть. Ага. Три. Сына. Они меня дома ждут со спиннингами, а я как маньяк там вода со свадебными платьями, ну. Так, подождите, значит, вы отказываетесь брать? Да никогда, давай. 5 штук. Жена стачает себе водой и вспомнит молодость. Так, идем. А, вот фата. Фата, фата, фата. Так, фата, если задом наперед, пойдет как на комарнике. Давай, 5 штук налажим. Так, идем так. Дальше. Так. Вот, вот, вот босоножки. Так, босоножки, давай резиновые по колено. Вы знаете, не пойдет. Босоножки потому так и называются, что на босые ножки. И потом они на каблуках. А это не твое дело, понятно? Захочу и на портянки надену. И каблуками в землю, чтобы не скользили по берегу. Давай, 5 пар 45 размера. Так, есть? Вот белье. Так, белье, белье, белье. Защитного цвета есть? Нет, вот, извините, вот только стринги. Ё-моё. Слушай, а как же они в этом маскируются, а? От кого? Женщинам не надо маскироваться, наоборот, им нужно себя показать. Так, давай сотни вот этих цветочек по берегу за мотылем ползать. Давай, налаживай так. Дальше давай. Вот, дальше. Нет, вот этого не надо. Почему? Ну, не надо мне это. Ну, извините, ну, многие используют как стельки в обувь. Вот ты, ну, ты думай своей головой, ну, зачем мне стельки в босоножках? Ну, так, ты ж думай. Хорошо. Так. О, колготки берем. Колготки, колготки берем, усеточку. Усеточку, 4 пары. Нет, 5, нет, 4. 4 жене не надо. А вам, сыновьям, не зачем? У балет запишемся. Вот ты чудик, ну чему тебе в институте учили чудик? Это ж прекрасный садок для рыбы. Давай, давай, ложи, ложи. Подождите, одну минуту. Женщина, как вы сюда прошли? Что там так? Когда? Так, что же, что? Раньше? Вот, подгорнуто. Все, тогда все выяснилось, мужчина. Что? Момент. Что? Извините, произошла ошибочка. Какая ошибка? Миллионный покупатель, вот эта женщина. А вы... Извините, 1 001. Так что прошу вас вернуть товар взад. Что? Кто? Я? Да. Я не понял, а что эта женщина делает тут в мужском отделе? Это женские дела. Стой, стой, иди сюда. А ну иди сюда. Что? Слышь, а ну-ка сбегай, спроси у этой женщины, она замужем? Как? Ротом спроси.
Парсив не хочет одновременно выйти замуж за симпатичного мужчину с женой и тремя болтусами. Зачем? А затем, что мы с этой бабой полжизни будем в халявных трусах по берегу за мотылем ползать. Иди, это я знаю. Прошу, дамочка, дамочка, дамочка. Владимир Данилец, Владимир Моисеенко. Я не знаю, что это такое.
Без рукаря, шерсть для женского рода, лишенная на ростах.
глюк. Это мой... Схватит воспаление легких. Ну дай на растирку, Блок. Муть. Боже, муть. Радость какая, Муся. Забивай, Муся. Сегодня красный день календаря, Муся. У меня день рождения. Раз в году, Муся, надо отметить. Поздравляю. Значит, тебе исполнился 673 год. Столько раз ты отмечать. Так это ж семенинами скоба дверная. Почувствуй разницу. Не почувствовать. Хорошо. Что ж тебе, гадине, еще такое? О! О! А давай поборемся на руку, а? За здоровый образ жизни. Кто победил, угощает тройку призеров. Блок, ты меня неправильно обманывать. А мама бы дала... Вспомни маму, старушку, Митсубиси Майкрософтовну. Дай ей Бог здоровья. Не вспомнить, я есть сирота в круге. Пусть, а я кто, по-твоему? Я вообще, я не знаю вообще, кто я на этом белом свете. Я им отсылаю эту самую радиотелеграмму. Опасность столкновения с астероидом. Разрешите маневр. Они через 18 дней мне присылают ответ. Вас плохо слышно? Повторите. Бог, это много, он уже хомячки хихикают. А я похихикаю, хихикаю тут. Хомячок. У нас нет хомячки. А вот видишь, даже хомячков нет. А я их просил, умолял. Говорят, дайте мне хоть парочку хомячков. А говорят, зачем мне парочку? Я говорю, так это же минимум. Один на раздаче, один на местах, я на прикупе. Ох, я это... Хотя бы выматерился, что ли? Я тебя, ты меня, уже ж какая-то душевная беседа пошла. Так, все, все, мне надоело, все. Я от тебя улетаю в другую сторону. Все, не жди меня, мама, хорошего сына. Не жди, прощай навсегда. Все, заруснул, выплакался слезы. Так тебе и надо. Все, я улетел, меня нет. Все. Муть! Я вернулся, Муть! Сколько лет, сколько зим, Муть! Это дело надо спрыснуть. Спрыснуть, обмочить, замочить. Нажраться в зюську, Блок. Слушай, что ты разблокался? Что ты разблокался? А ну быстренько, быстренько выдай космонавту положенное. Ты выпить все положено. Когда? Калькулятор напольный. Когда ты отмечать? Начало рабочий день, конец трудовой неделя. День прошел и, слава Богу, за отопительный сезон на борту, за успехи в изучении марсианский язык. Муся, надо срочно протереть контакты.
Помните, каким он парнем был. 1 сентября – День знаний, а также 40-летие покорения казахскими космонавтами таблицы умножения. Больше ты меня не обмануть. Это есть мой задний слово. Вася, я все понял. Вася, ты хороший. Поэтому ты женщина. Пусть ты красивая женщина. Женщина – вечная загадка. Красота спасет мир. Мутя – все неприятности из-за баб. Мутя врал, пиарил, прости, Мутя. Я понял, ты женщина, ты красивая женщина, ты Муся, ты царевна лягушка в 16-м поколении, Муся. У тебя, Муся, прекрасная база данных. Очарована, околдована. Редкая птица долетит до середины Днепра. Я не есть женщина. У меня нет программа родить. Они лишили тебя счастья материнства. За что, спрашивается? Один я у тебя ненаглядный. Спаси меня, Муся. Спаси меня, женщина. Полечись, сокол ясный. Я уберу этот бардак. Я постирать занавеска. Я пропылесосить рубка. За победу человека над машиной. Значит, ты меня обмануть? Вот это ты как маленький. И этот урод я хотеть отдать самое дорогое, что есть у женщины, мультиплату GX270. Скотин безрогий. Сейчас ты у меня покувыркаться. О, мама! Земля! Где этот остолоп? Где этот остолоп? Остолоп, ты где? Иди сюда! Куда ты спрятался? Добрый день! Добрый день, это я вас вызывала. Давайте знакомиться. Директор школы Изольда Тихоновна. Очень приятно. Отец! Я как директор хотел поговорить о вашем ребенке. Дело в том, что учитель географии жалуется. Да я же ему сколько раз говорил, говорю, что ты поперся на эту географию? У вас что, там что, больше некому двойки получать? Подождите, я как директор. А я отец. Я курей гриль продаю. Будете проходить, третья палатка от края. 20 курочек продаю, одна остается. Ну подождите вы, я хотел поставить вас перед фактом. А это кто? Да это никто, это факт. Я хотел поставить вас перед фактом. А, да я для своего ребенка любого перед фактом поставлю. Я так поставлю на все четыре.
20 курочек продаю, одна остается. Да подождите вы, да, давайте ближе к делу, пожалуйста. Давайте. Так вот, учительница географии жалуется, что ваш ребенок опять глобус с картой полушарий перепутал. Представляете? Представляю. Так пусть сначала эта ваша графичка свои глобусы поприкрывает. А то у некоторых полушария из орбит поскакивает. Я этого урода дома поперек задних полушарий так отхожу. Да подождите вы. Чтобы знал, как позорить одинокую мать при живом отце, который два столопа одного поля ягоды недалеко от яблони падает. Да подождите, мужчина, успокойтесь. Я не мужчина. Я отец-то две палатки. 20 курочек продаю, одна остается. Остолоп, иди сюда! Иди сюда! Ты слышишь, что тебе тетя рассказывает? Не надо, стой там, пожалуйста, не надо сюда ходить. Вы знаете, вот я хочу вам что еще сказать. Вы знаете, ваш остолоп... Ой, боже мой, что я говорю? Видишь, уже тетя говорит, что ты остолоп! Вы знаете, он утверждает, что папуасы съели Миклуха Маклая. Представляете? Да вы шо? Так ему завтра на работу! Кому на работу? Папуасу этому! Ну, Миклухе Маклаю. Он же у нас на рынке работает, территорию подметать, если, конечно, трезвый. Ну, что вы такое говорите? Ну, какой Маклай? Это другой Маклай. Это Миклуха Маклай, путешественник, который у вас на рынке не подметает. Ты смотри, ну развелось этих Миклухов. Бедный ребенок не знает, за кого Маклая ему хвататься. Я вам скажу, что хвататься пора ему уже за учебник. А вы, со своей стороны, как родители... Это вы о ком? Я отец-одиночка при живой супруге. Да вы лучше о ребенке подумайте. А что? А что? А то, что он перед уроком физкультуры вместе с учителем труда подглядывал в раздевалке у девочек. Представляете? Представляю. Так я же ему сам эту дрель давал. И сверло на 18. Я ж тебе, остолоп, сказал, возьми на 24. Дырка будет больше. Даже тетя смеется. Так, все, давайте поговорим об истории. Что, опять влип? Ну, слышишь, ты, остолоп, тетя говорит, что ты опять в историю влип. Да подождите, ни в какую историю не влип. Но утверждает, что Юлия Цезаря назвали в честь племенного быка, которого он видел на ферме, за то, что тот якобы может есть, пить и выполнять свою основную работу одновременно. Представляете? Представляю. Так я же этого быка лично в деле видел. Я же этого остолопа туда на экскурсию водил, на ферму. Ну, скажу я вам, боец, конечно, такую корыду с коровами исполняет. Точно я в молодости! Точно! Знаете что? Вот вы лучше бы не по фермам, а лучше бы по учебникам. Да он на биологии антилопу гну от жирафа отличить не может. Представляете? Представляю, потому что пусть это ваша антилопа за своей жирафой малолетних смотрит. А то мой из вашего зоопарка под утро домой является. Да вы меня слышите или нет? Ребенку нужно учиться. Не раздражай, не возражаю. Но свободное от работы время. А возьмем иностранные языки. Да он же, я его вчера вот буквально на английском спрашиваю. Who is your father? Кто твой отец? Так. Вы знаете, что он мне ответил? Что? Что вот это сказал на родного отца? Английский нужно срочно подтянуть. Don't worry. 20 chicken sale, он остается. Ферштейн? Столов! А литература? Он в сочинении написал, что Гоголь умер от китайской диеты. Да вы шо? Гоголь умер! Ну надо ж такое горе. Неправильно. Сколько Гоголя не корми, а у Толстого... Война и мир все равно толще. Да что вы говорите? А вы знаете, что он сделал на химии? О, не знаю, как там химия, но математики, я вам скажу, ну, пингвин. 20 курочек распродаст, и деньги есть, и 3 остается. А я как не стараюсь, только 2 выкручиваю, но... Да какая математика? Он биссектрису от перпендикуляра отличить не может. Так видел я эту вашу биссектрису? Когда она замело нагибается, у некоторых... Перпендикуляр под партой не помещал. Знаете что? Вы скажите, как ему не стыдно вообще? 5 класс, он же уже взрослый мальчик. Да я же ему говорю, тебя столом сколько раз говорил. Как тебе не стыдно перед одноклассниками? Тебе же 19 лет. Скоро в армию пойдем. Вы понимаете, что мы его хотим на 2-й год оставить? Правильно. Математический класс.
Он вам всем покажет. Он так вам все попересчитает, что этот Пифагор из своих штанов выскочит. Все, все, хватит, не могу больше. Пойдемте. Показывайте, где ваша палатка. Будем вашу курочку пробовать. Пойдем. А столов, ты что там стоишь? Пошли, третьим будешь. Вот это, тетя, пойдемте, пойдемте. Ну, при чем здесь биотуалеты? Ну, я прошу вас. А вы им скажите, что у нас биотуалеты под каждым кустом. Подождите. Ну, почему я должен этим заниматься? Ну, почему? Ну, я глазной врач, понимаете? Ну, у меня полный коридор больных. Ну, полный... Нет, я сейчас все вброшу и буду... Да что ж это... Николай Иванович. Николай Иванович. Здравствуйте, доктор. Можно? Нельзя. Спасибо, доктор. Подожди. Вот они говорят, возьми еще больше свежести. А со мной еще за ту не рассчитались. Да это коню понятно. Конечно, конечно. Они же говорят, возьми 10 этикеток, приз. Фирменная кружечка. Слушайте, да пошли, я не знаете куда. Да, правильно. Я специально почтовый ящик раскрутил, чтобы кружечка пролезла, когда пришлют. Вот, доктор, вы не расковыривали, нет? Я прошу вас, перезвоните через 5 минут, у меня больной. Да. Сунул я руку в ящик, а там только кот нагадил. Так, хорошо, все. Закройте правый глаз, скажите, на что жалуетесь. Да, чтобы кружечка. Что, кружечку, левый глаз? Дайте кружечку, и я уйду. Кого? Скосите глаза для меня. Я вырезал. Ну. Я вырезал и по столу, а они нет. Подождите, я глазной врач, понимаете? Да, да, о, доктор, вам виднее. Вот это такое, виднее. Что мне виднее? Кружечку. Подождите. Вы хотите, чтобы я дал вам кружечку? Дайте, доктор, дайте мне кружечку. Дайте кружечку. Вы что, издеваетесь? У меня полный коридор больных, кому глаз полечить, кому вырвать. А вы тут со своим кружечком. Вот именно кружечком. Кому посылали, всех и спрашивайте. Да, следующий. Да. Доктор, так вы дайте мне кружечку, я его уйду. И меня нет. Ты что, больной? Да, доктор, больной. Меня 2 раза били. Раз так, а 2-й раз велосипедным насосом. Доктор, вас били велосипедным насосом? За что меня бить велосипедным насосом? За ролики. Собери 20 жеванных жвачек, напиши и пришли. Ну, у меня же жвачка, у меня. А пути-то я. Так я у пацанов поднимал, начал подписывать. Они меня велосипедным насосом. Доктор, вас били велосипедным насосом? Или я уже спрашивал? Тебе сколько лет? По паспорту или сколько осталось? Да это же реклама, ты понимаешь, это реклама. Собери 10 крышечек, получишь 1 золотую. Получи 10 золотых, получишь 1 бутылочку. Вышли 10 бутылочек, получишь взад все свои крышечки, ты понял? Доктор, так никакие же они не золотые. Да, конечно, не золотые. Я из них зубы маме вставил, так они на 2-й день поржавели, так она теперь карасирами их получила. Да это же дурят, чтобы больше покупали. Ты понимаешь, это дурят. Дурят. Конечно. Дурят. Конечно, дурят. Дурят. Конечно, дурят. Спасибо, доктор. Ой. Доктор, они же что говорят? Они говорят, посети Макдональдс 4 раза и выиграй полет на Луну вдвоем. Ну, посетил я Макдональдс, так они меня целую неделю из себя выгонят, значит. Я у зарочном шкафу закрылся, спрашиваю, ну, когда летим? Они говорят, ой, где вы раньше были? Ракета только что улетела, мы вас месяц искали. Слышите, еще воняют. Ну, теперь ты понял, что дуря. Понял. Доктор, понял. Иди всем расскажи. Иди всем расскажи. Кошмар какой-то. Это какой-то кошмар. Доктор, так... Ну, дайте кружечку, я... И ушел. Я все понял. Я понял. Дорогой ты мой, я тебе сейчас выпишу направление. Пишите, доктор. Там тебе будет кружечка. Рубашечка с длинными рукавчиками. Ласковые санитарчики. И уточка под коечкой. Пишите, доктор, пишите. А то никак говорят, собери 40 катышков,
Приз – стиральная машина. Я же умный думаю, если 40 катышков одна стиральная машина, а коза за один сеанс дает 2000 катышков, так это прямая выгода. Ну, приношу им эти катышки. Доктор, вас когда-нибудь козой били? Соглашайтесь лучше, когда велосипедным насосом. Хорошо, дорогой мой. Ага. Так, смотри, вот тебе направление. Ага. Да? Идешь в 201-й кабинет. Спасибо, доктор. Спасибо, спасибо, доктор. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я уже там был. Где ты был? А я всюду был. Вот на канале был насчет круиза в администрации президента. Ну почему? Почему ты пришел именно ко мне? В регистратуре мне сказали, что вы тут один нормальный доктор. Я нормальный доктор. Я нормальный доктор. Иди скажи, что уже не нормальный. Так, доктор, вы дайте мне кружечку, я уйду. Я тебя сейчас убью. Доктор, может быть, я вам уже надоел? Если ты мог тебя найти! Где же я тебя возьму, эту кружечку? Да что же я тебя рожу, эту кружечку? Я что, тебе гимназистка кружечки рожать? Где я тебя возьму, эту кружечку? Так на ней так и написано! Я тебя сейчас убью. Красненькая кружечка! И труп твой зарою! Дай мне знак на себе, что красненькая! В разных местах зарою! Дайте мне кружечку с ручечкой! На тебе, сволочь! На тебе этикетки стрельного порошка, не одусь! На тебе жвачки! На тебе крышечки! На тебе ключи от квартиры! На тебе фотографии к тёще! Что тебе дальше скотина? Трусы? Нет, трусики у меня есть! Доктор, мне чтобы кружечку! Красненькую с ручечкой! Ой! А? Тихо! Тихо! Что? Тихо. Ой, здесь, потише, вот здесь. Это что у вас? Это меня вчера пацаны велосипедным насосом. А что это у вас? Где? Вот это! Вот здесь? Да что это там у вас вот здесь? Нет. Nicht nein, kein. Das ist кружечка. Да? Кружечка. Умру, но не отдам. А вот это идея. Хороший день. Четыре доктора. Четыре кружечки. Четыре доктора. Сумасшедший! Ты сначала собери 10 крышечек, получишь одну золотую. Собери 10 золотых, получишь одну бутылочку. Собери 10 бутылочек, получишь за все свои крышечки. Мечта комизячная, зоря ясная, видно, хоч голки збирай. А ну види, любимая, ну види, грудастая, на полчаса засарай. О, Галя! Здравствуй, Галя. Ха! Привет, Павло. Галочка. Что? А я тут мимо гулял. Думаю, дай зайду до моей Гали. Может, мы быстренько поженимся. Как? Торжественно, Галя. Но без барабанов. Все же уже спят. Я так не хочу. А, ну тогда я пошел, подумаешь. Може, ми вам не такі, може, вам ота з гуталіном пахне. Та стой, Павло. Я хочу по-другому. Галя, я по-всякому можу. Галочка, ну що там? Ну, Павло, да? Я тут Уільяма Шекспіра читала. Ага. Що то новенькое написала? Ромео і Джульєтта.
погодіє, то ті, що потопілися в конце. Ой, Павло. Ну я не думаю, що ти мені настільки не понравишся. Ой, Павло. Я хочу, чтобы у нас было как у него. Они так красиво разговаривали. А женщина, между прочим, ушами любит. Галя. Что? А чем она не любит? Да пожалуйста, это что нам кучерявым? Значит так. Тебя коснулся я рукою грубой. Раз пять, а может быть и шесть. Так. Есть у меня лицо и нос и губы. И все, что надо для женитьбы, есть. Ну, пойдем прогуляемся до тех от кустов. Зачем? Крыжовнику, блин, пожрем. Мне в кусты мамка не разреша. Если б ты Ромео мог стать, если бы ты мог так любить, и не Галей, а Джульеттой меня называл, если б не Жасмин, а Шанель мог дарить, если б не с бутылкой ходил, Ваську на дуэли убил. Я б тебя услышала и поняла, был бы ты и люб мне, и мил, лучше я буду одна. Мама, прости меня, дуру, без Шекспира не дам трогаться за фигуру. Галя, что? Ну ты что, уже вообще с ума сошла? Ну выйди ты из Джульетты. Ну раз это не твоя мамка написала объявление, отдам питомца в наглые руки. Павло, ты что, вообще же с головой не дружишь? Это ж про песика. С припиской, сука, 5 лет? Это собачий бальзаковский возраст. Так, все, Павлик, переходим ко второму акту. Не понял? А в первом кто вместо меня поучаствовал? А первый был Стебальдо. Так, 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 так. И как это понимать, Галина Митрохмановна? Пока я тут, значит, раскидываю калахветы направо и налево, обливаю вас одеколоном за 13,75. Какой то Тибальд совершил уже первый акт? Павло, ну как тебе не стыдно меня ревновать? Тибальд это Жюльеттин братишка. А. Так что ты там намекала про акт? Значит, во втором акте Жюльетта на балконе. Так, 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 так. А Ромео? Под балконом. Да что он, блин, издевается? Кто? Шекспир твой, прапрадед Спилберга. Я тебя прошу, успокойся. Ну ладно, хорошо, ну что там дальше? Дальше летально венчаются. Ну, Галя, ну это ж точно не пойдет. Че? Ну потому что в нашем сельсовете тайну только деньги дерибанят. Ну, разве что ты беременна. Кто я? Жюльетта? А что? Докаталась она гондола. Я же всего 13 лет. Павло, ну что ты? Сколько? 13. О! Галя, это ж статья. Какая статья? Это повесть. Вот слушай, нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Та я не об этом. О чем? Могут и посадить за малолетку. Ой, Павло, не переживай. Мне уже чуть больше. За меня уже не садят. А награждают. Насколько больше, Галя? Лучше скажи сама, а то скажу, насколько выглядишь. На 5. Больше. Это прибавить или умножить? То люди брешуть, то люди брешуть, що дівка перезрівша, я і вже стара. Ещё не вечер, ещё смотрюся краще, с тобою рядом, Паша. Галочка, ну я тебе ещё раз говорю, ну давай уже сократим этот текст. Или ты действительно не веришь в мои серьёзные намерения по пятнице? Звёздочка моя,
Сонечка, ну зачем нам эти кандибоберы заграничные со смертельным суицидом? У нас же своя фабрика звезд, на другой сценарий, Галя. Галя, ну хочешь, сейчас гуляком в крапиву прыгну. О, хочу! А давай вместе. Не хочу. Опять не хочешь? Ну тогда, Галя, прощай. Щоб ти була тут щаслива со своїм Шекспіром, а я пойду, утоплюся і повішуся. А для гарантії удавлюся, Галя. Я в крапиву голяком не хочу. Я так согласна. Галя! Єс! И Владимир Данилец. Живем с вами очень интересное время. Жизнь с каждым днем становится все быстрее и быстрее, уже язык не успевает. Да, пока вы говоришь, наше общество с ограниченной ответственностью имеет честь предложить вам. Конкуренты тебя уже обошли, зашли с боков и стучат своими ложками об твою миску. Надо сокращаться. Так и сократили уже все, что могли. Ну, вы знаете, вот мы вообще, в общем-то, артисты разговорного жанра, но мы всю жизнь завидовали певцам. Знаете, вот как-то им их и любят больше, и цветов им больше, и как-то и вроде бы и денег говорят больше тоже. Но как у вас настроение сейчас? Нормально, да? Ну, сейчас мы вам его... Мы вам сейчас споем. Сейчас здесь прозвучат старые песни о главном. Очень старые песни о главном. Старые, популярные песни о самом главном. Не понимаю. Ну, вот мы здесь с вами такие не похожи, такие разные. Красивые и умные, веселые и находчивые, талантливые. И наоборот, не пьющие. Вот мы с вами все такие разные, но нас всех объединяет одно. Нам всем не хватает денег. Вам больше всего. Гениально. В детстве не хватало на кино, потом на мороженое, потом на повезти ее и угостить. Сейчас большинству не хватает ни на что. Поэтому детство вспоминается с таким теплом. Всю свою историю человек стремился к звездам. Ну, то есть к деньгам. Поэтому деньги зарабатывают, заколачивают, зашибают, косят, гребут лопатой, выбивают, выколачивают, отдалживают, отстегивают, достают из широких штанин, бросают на ветер, рвут на лету, засовывают заливчики и элементарно крадут. А также приходят, выкладывают, расходуют, вкладывают, вбухивают, преследуют, пробивают, прожигают, просаживают, продувают, отламывают. И, конечно, проигрывают. Там вдали за рекой догорали огни, казино закрывалось рассветом. И крутой молодой вдруг поник головой, он без бабок остался при этом. Бабочки крылышками тяг-тяг-тяг-тяг. За ними девочки прыг-прыг-прыг-прыг. Они эти денежки шляк-шляк-шляк-шляк. Ням-ням-ням-ням. Да и шлык-шлык-шлык-шлык. Come by my love, come by. Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, нет вора. А без денег жизнь плохая. Не годится ни вообще. Даже малыши! Это кто там на портрете в рамке зелени густой? Это, детки, доллар светит и великий, и простой. Так почему же для меня так дорог и любим? Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Вау! Денег не хватает. Надо крутиться, мы крутимся. Молодежь рвет на себе подметки. Курить? На это нет времени. Тут шприц помыть некогда. Самое
и относят до рынок. А вот и он. Вещевой, пищевой и горюче-смазочный рынок. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу врастаем землю тут. Нас ждет налог смертельный, но все же бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный, за шмотками базарный батальон. Конкуренция. Конкуренция – это борьба. Надпись на могиле конкурента. Ой. Лежишь здесь ты, стоим здесь мы. Стоял бы ты, лежали бы мы. На Канарах я и моя Маша полна качает белый пароход. Я пароход купил в подарок Маше, он никуда без нас не уплывет. Маша тоник наливает, и зори ее так много обещает. А на Канарах лучше, чем на нарах. А если нет, отвечу за базар. Оба-на! Кстати, географическая загадка. У Клары – долары. У Тамарки – дойчмарки. У Таньки – франки. У Ани – юани. У Светы – песеты. У Иры – лиры. У Илоны – кроны. У Лены – гульдены. У Лары – динары. Вопрос. С ребятами из каких стран дружат девушки? Да, девушки тоже крутятся и демонстрируют гибкую систему скидок. С себя всего в рекордно короткое время. Самая умная выучила язык, научилась ходить от бедра, закачала в грудь силикон, вторую забетонировала и за короткое время сделала мужа миллионером. Хотя еще год назад он был миллиардером. Но в основном наша дама на свой каприз получает простой ответ. Зачем тебе новые сапоги? Ты еще коньки не сносила. Я в пустыню увезу к большим пескам. Эту самую пустыню брошу я к твоим ногам. По шелчащему бархану мы пойдем на край земли. Напряженка там с дровами, а с лицом там хорошо. Денег не хватает, это с одной стороны. А с другой стороны, все мы хорошо знаем, где их взять. Да. Хор наш поет куплет известный, и вино течет рекой. К нам приехал наш чудесный дядя-спонсор дорогой. Спонсор, спонсор, спонсор. По стране ходят деньги, но мы никак не встретимся. Я люблю вас, деньги! Они молчат, они любят другого. Вот вам совет. У кого нет денег, пойди в страну дураков, найди поле чудес, передай привет Якубовичу, потом вырой ямку. Скажи «брекс-пекс-фекс» и ложись туда сам. Потому что денег никогда не хватает. Потому что счастье не в деньгах. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Сидели три медведя на тоненьком суку. Пока, пока, покачивая фигами в карманах. Почесывая пальцами в затылке, посвистывая дырочкой в боку.
Значит, Василий, говорить будете сюда в микрофон, понятно? Ребят, сколько у нас времени еще есть? 2 минуты есть, да? Хорошо, камера готова, да? Все в порядке. Значит, Василий, я вас очень прошу, пожалуйста, без импровизации, понятно? Все строго по тексту, у вас здесь все написано. Если что-то забудете, подсмотрите. Угу. Понятно? Угу. Стихи помните? За елки-палки. Ну, хорошо. Это... Да, поправьте галстук. Так, самое главное, если что-то начнете говорить не так, я вам подам сигнал. Понятно? Понял. Я сделаю так. Это я вам подам сигнал. Понятно? А, понял. Ну все. Внимание. Приготовились? Вы готовы? Я давно готовый. Смотрите в камеру. Приготовились? Улыбайтесь. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу очередную передачу «Пьянству бой» из цикла «Трезвость – это прежде всего норма». Я не открою вам большого секрета, если скажу о том, что норма у каждого своя. Но вот рядом со мной сидит человек, для которого совсем до недавнего времени нормы практически не существовало. Но вот уже целых 3 месяца наш гость Василий Бабаевич... Наш гость... Василий Бабаевич... 2 пива, пожалуйста. ...является членом общества трезвости. Он любезно согласился принять участие в нашей передаче и ответить на вопросы телезрителей. Кстати, Василий, что? Вы чаю не хотите? Не, я не могу. А что так? Что, вчера ж отмечали 3 месяца, как мы с женой завязали. Ну, собрались в обществе друзья, мы приняли по 300... По 300 литров чаю на лицо. Василий, скажите, пожалуйста, а где сейчас ваша супруга? Да где ей быть, елки-палки. Стоит на своем боевом посту в очереди за дрожжами. А зачем ей дрожжи, Василий? Ну ты как ребенок, честное слово. Ты честно. Понял, сейчас гляну. О, она говорит, что напечет в обществе пироги. Вот. Что, с ума сошла, что ли? Василий, а вот смотрите, есть очень интересный вопрос телезрителей. Ну-ну. Они спрашивают вас, любите ли вы театр, в частности, Кармен Сюиту? Кармен люблю. А Сюиту я не пробовал. Во. Текст. Понял, сейчас гляну. О, я как послушаю Кармен, сразу начинаю писать стихи. Вот. Ух, какой я умный, ёлки-палки. Василий, скажите, пожалуйста, а вы случайно не захватили с собой? Ну, дай же я дочитаю, ну. Случайно захватил. Достает из левого кармана, читает вслух. Сейчас гляну. Так, что есть? Слух! Стихи! Папа! Папа называю. Папа! Ко мне придет девочка учить уроки. Раньше 7 утра не заваливай. Это не та бумажка, Василий! Это мой старшенький. Эдик, отличный, круглый. Каждый день у него новая отличница. Училка говорит на золотую чай. Ну ладно, Василий, бог с ними, со стихами. Вот еще один очень важный вопрос телезрителей. Задают его вам дети. Эти придурки что так их зададут? Да хоть сон, Василий! Хоть... Ну-ну. Задают вам этот вопрос. Дети! Сейчас гляну. Так, дети, кактусы. А, дети – это наши цветы жизни. Плачет. Василий, дети пишут, что их родители тоже являются членами общества трезвости и спрашивают вас, вы случайно не знаете, где они сейчас? Сейчас прочитаю и узнаю. В это время все члены нашего социалистического общества трезвости
весело катаются на коньках и на лыжах, а также лепят бабушку. Какую бабу, Василий? Ну, какую поймают, ёлки-палки? Ну что ж, Василий, время нашей передачки подходит к концу. Да. У вас есть редчайшая возможность обратиться к своим друзьям с экрана телевизора. Не хотели бы вы сказать им что-нибудь напоследок? Хотел бы. Пожалуйста. Толян, ты у меня вчера тролльник занимал. Слушай, это ты тут свистишь? Я думаю, кто тут свистит? Не свисти в доме, денег не будет. Сейчас гляну. Дорогие товарищи алкоголики и алкоголички, я призываю вас всех завязывать. Да ты что, они мне голову открутят? Дольше читайте. Завязывать с гонкой вооружений. Вот. И предлагаю мирную инициативу. Слушай, я сегодня как Михаил Сергеевич в стране угля даю. Я об этом написал стихи. Стихи на память. Стихи на память. Ну? 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 Напрасно. Напрасно чтятся ястребы из НАТО. Нам. Нам не страшна холодная война. Мы скажем твердо, господа, не надо. Не тратьте. Не тратьте силы. Нам и так хана. Ты меня любишь! Камеру убирай! Убирай камеру! Руки я тебя сейчас ноги! И тогда Алтынбай обнажил свой меч и скончался. Вот. Ну вот, дорогие мальчики и девочки, мы с вами уже полностью прочитали книжечку дядечки Самуила Яковлевича Иванова-Заде «Якутские народные сказки». А Хрюши все нет. Мы с вами, дорогие мальчики и девочки, уже все 10 сказочек прочитали. А Хрюша еще не появился. Где же наш Хрюша? Где Хрюша наш? Вот, я думаю, дорогие мальчики и девочки, что вам будет очень интересно узнать, что редактор этой книжечки, тетечка Козлодуева, а я тем временем быстренько схожу и поищу нашего Хрюшу. Хрюша, Хрюша, Хрюшенька, ты где? Хрюша? Хрюша! Нету! Хрюши! Мальчики и девочки, я слышу шаги в соседней студии. Это, по-моему, он.
да, это он, это наш Хрюша. Ну, наконец-то ты пришел, Хрюша. Ну, давай быстрее, Хрюша, располагайся и поздоровайся с мальчиками и девочками. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуй, тетя Валя! Ой, так это же не тетя, это же дядя. Да, конечно. Здравствуй, дядя Вова. Здорово, Хрюша. Как же тетя? Ай-яй-яй, Хрюша, как же тебе не стыдно опаздывать, свинюка ты этакая. Мы же тебя все здесь уже заждались. И вот я заждался, и мальчики с девочками заждались, и вон дядечка-оператор заждался, он тебе даст сегодня. А тетечка-редактора уже инфарктная бригадочка увозит. Вот ты опоздал на передачку, Хрюша. Расскажи нам, где ты был, Хрю... Это ж не Хрюш! Ку-ку! Ой, боже мой! Слушайте, а вы кто? Аванес! Ах, Аванес! Да! А где Хрюша? Хрюша... Заболел. Ах, вон оно что. Да. А чем заболел наш Хрюша? Свинкой. Ах, свинкой. А вы, значит, Аванес? Да. Ой, господи. Ну ладно, дядечка Аванес Кунаевич. Будем продолжать нашу передачку. Да. Вот вы опоздали. Вы, наверное, были в лесу? Кто, я? Ну да, ви. Да, я там бил. Ну вот и хорошо, вот раз вы там били, ой, господи, то и расскажите нам с мальчиками и девочками, кого именно вы там это били. В смысле, конечно, я хотел спросить, что вы там делали. Где? В лесу! В кустах, придурок! А, да, я там сделал! Это я там собирал! Ах, вон оно я что! Я там собирал апельсин, собирал дикий мандарин, собирал... Гвоздики собирали, куриные яички собирали. Что ты мелешь, идиот? Какой апельсин? Зима на улице, снег метет, холод собачий. А я и думаю, что это я так много собираю, понимаешь, и собираю, да. А ничего нет. Да, действительно, мальчики и девочки, я чувствую совсем ничего руки, нет. Руки убери. Абсолютно. Ой, господи. А скажите, пожалуйста, дядечка Аванес, Жираф Рашидович, а где сейчас, например, наша Каркуша? Каркуша, в декрете твоя Каркуша. У Каркуши скоро будут питенцы. Как интересно, правда, мальчики и девочки? Да. Что, серьезно, что ли? Да. Что, в этой нашей Каркуши? А что, она не человек, что ли? Дядечка Аванес, а вот мальчики и девочки хотят узнать, от кого? Ой, а ты не знаешь. Дядя, а? Ты мультфильм «Служебный роман» смотрели?
Ну, смотрели. От Романа. Да, от Романа. Рома, Ром, я тебя поздравляю. А вы, дорогие мальчики и девочки, напишите нам об этом. С рисунками. Да, с рисунками. Нет! Не надо рисунка, что ты мелешь, идиот! Не надо рисунка, мальчики и девочки! Ой, господи! А скажите, пожалуйста, дядечка Аванес, Палат Бюльбюль Алиевич, а как дела у нашего Фили? О, Филька получил новую квартиру. Будку. Будку в многобудочном кооперативе. Да ты что? Да. Дорогой Филя, мы от всей души поздравляем тебя. Да. Ведь ты так долго ждал эту новую будку. Целых 14 лет. Хотя собаки так долго не живут. Да. И мы с удовольствием придем к тебе на новоселье. Кстати, дядечка Аванес, а вы случайно не знаете, когда новоселье у нашего Фили? Они уже там 4 часа как сидят, идиот. А что ж ты молчал, сволочь? Так ты ж сам пристал, каркуша, каркуша. Да какая каркуша, они ж вылокились. А меня куда не послали, чтоб я ж придешь. Дорогая тетка редактор. Так вот и гладишь. Дорогая тетка редактор, покажите нам, пожалуйста, с мальчиками и девочками мультфильм, который называется «Сороконожка и семь гномов». Боже, Белоснежка в гастрономе. Ты смотришь мультфильм, давай. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ля-ля-ля-ля-ля. А-а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 -